В этом году в жителей республики появилась возможность принять участие в национальном, российском национальном проекте, называется «Демография обучения». Конкретно сегодня состоится экзамен, выпускается группа оператора котельных, конкретно под запрос работодателя предприятия «Алчевстепло». И хочу сказать слова благодарности нашему Донбасскому государственному техническому университету, поскольку они не побоялись, поучаствовали в конкурсе, подготовили новые программы для обучения, классный, высококлассный преподавательский состав, и я думаю, группа выйдет очень сильная. У нас сегодня происходит действительно значимое событие, потому что наш университет принимает участие в новом для нас проекте. Это федеральный проект «Демография» в рамках национального проекта «Содействие занятости». Мы действительно готовили документы, мы выиграли конкурс, работаем мы совместно с Томским государственным университетом. Хочется сказать им большое спасибо за это. Опыт для нас новый. Мы сейчас выпускаем по рабочим профессиям, проводим профессиональное обучение, операторы котельные. Экзамены сдают, экзамен теоретическая и практическая подготовка. Будем надеяться, наш город будет с теплом, вот, потому что это работники для наших котельных, для котельных Стаханова, Брянки, прилежащих регионов. Пуск котла в работу. Мы подходим к котлу, и нам надо проверить сначала и понять, есть ли вода в котле. Обращаем внимание на задвижку вверху, она открыта. Потом открываем воздушник. Уже буквально через несколько дней операторы котельных установок обучатся на эту профессию, получат удостоверение третьего разряда операторов. И в скором будущем, в ближайшее время, сотрудники получат комфортабельные рабочие места, достойную заработную плату и полный социальный пакет.